мне нужно будет 10 человек, которые что-то особенное пережили на этом ретрите. Может быть, вы первый раз здесь. Господь к вам что-то серьезное в вашей жизни сделал, что-то проговорил, ваша жизнь изменил, что-то вы какое-то сделали такое решение. 10 человек, у каждого будет по одной минуте. Когда я положу руку на плечо, вы закончили. Если я уже ударю, вы мертвые. А вот нет, потом будут молиться за воскрешение. А воскрешение начнется после 11 часов, потому что у нас молитва ночная. Здесь всего лишь 3 человека за них, за всех остальных молятся, так что нормально. Да, в холодильник можно, там уже... Так, есть. 1, 2. Кто? 3 человека. Это что? 4. Так. А, уже есть. Там еще вон. Вы, а, так что же вы там Он тоже? Садитесь, если... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну-ка, понимаю. Еще 3 раза по 6 и будет что? Так нет. Еще. Понял, к остальным никакого не было дела. Что-то вы плохо про... Ага. Сколько? 7, 8, 9. Еще 1, 10. Все. Окей. А теперь принесите сдыку. Сейчас радость придет, как Джефф любит говорить, радость. Окей, у вас есть, дайте мне секундомер. Секундомер дайте мне, пожалуйста. Когда вчера пели «Бог Израилев», да, я сразу представлял, до этого говорили еще о львах, помните, да? И когда я слышу «Изра и лев», «Изра и лев» какой-то был, я не знал, что, собственно, происходит. Амин. Так. Она уже боится микрофон. Давайте сюда идите. По одному, да. Микрофон у меня в руках. Минута, пошла. Ой, не хочется о плохом, ну просто... Не хочется о плохом. Не, о плохом не надо, что же это самое. Плохо, когда ты в туалет не можешь сходить. Это плохо. В общем, у меня была проблема давно, отвержение, я не могла принять любовь Бога, в двух словах. И когда сюда зашла сестра, которую я никогда не знала, она совершенно из другого города, я села рядом с ней, она обняла меня, вот прижала к своей большой груди. Вы дослушайте, и она стала говорить, я так люблю тебя, стала меня целовать, я сначала так напряглась, думаю, что это такое? Минута. Смех не считывается, не считывается. А потом я просто поняла, что это Бог через нее говорит ко мне. И она стала говорить, я так люблю тебя, ты моя пушинка, ты моя... Ну, в общем, такие слова, которые я даже не ожидала. И она говорит, вот ты так ждала встречи со мной, и вот эта встреча состоялась. То есть реально Бог через нее говорил в мою жизнь. И теперь я никому не дам поколебать себя. Я знаю, Бог любит меня. И никто никогда в жизни не поколеблет меня в этом. Аминь. Вся слава Богу. Аллилуйя. 57 секунд. Если бы меня прижали бы тоже так, я бы не знаю, что бы происходило бы со мной. Итак, у вас тоже есть минута.
Получается, перед тем, как брат говорил об внутреннем исцелении, то у меня не было воды, и я повернулся назад, попросил у брата как бы немного воды. У него самого мало, и он как бы сказал, ну, не дал, короче. И получилось... Время. И получилось так, что я почувствовал как бы внутри такое, как бы как неприятное такое, как бы тебе отказали, знаешь, как-то такую боль. И потом он начал свидетельствовать как бы об, о своих каких-то вещах, и что есть какие-то вещи, связанные с отверженностью. То есть я начал просить у Бога, чтобы пришло как бы исцеление, ну вот в этом вот молиться, как бы какие-то моменты вспоминать, где когда тебя в жизни отвергали, и ну ты переживал какие-то такие моменты. Вот, ну и верю, как бы, ну, потом начали за меня молиться другие, вот, ну, верю, что Бог он как бы исцелил. То есть вот эту внутреннюю такую вот боль. Слава Богу. И у меня болела кисть. Вот здесь болела. Сейчас, слава Богу, то есть вот могу так делать. Аллилуйя. Он успел. Почему люди все начинают с плохого? Дайте воды. Обиделся. Есть хорошая пословица. На обиженных что? Дать ему воды. И смотрите. Хорошо. Пошло. Да. Я приветствую вас, я с города Николаева, меня зовут Маргарита. Сегодня просто Бог делал что-то удивительное. Мы когда сидели, и у меня внутри появилось сильное-сильное желание обнять девочку, которая рядом. И появились молитвенные слова. Ну нет, ну не в этот раз. И получилось, что это сегодня было. И я обняла ее, и были такие слова, а потом буквально несколько минут вышел Джефф Коллинс, и он стал повторять те же самые слова. И он говорит, вот если вы молитесь за кого-то, то Бог, он ответит тем, что он будет исцелять вас самих. И мне захотелось попить, я стала проходить по ряду, и пошел... Но у меня попить не получилось, потому что я увидела, как Джефф Коллинз стоит. И я протянула руки, он стал за меня молиться, и вы знаете, это было просто чудо. Я получила такое исцеление, то, что он говорил. Вот если в вашей жизни были предательства, кто-то вас когда-то предавал, ранил, мужского пола. Выкрутите у нее минуту. Ну ладно, мужского пола. И вы знаете, и действительно, вот та молитва, которая была через уста, через сердце Джеффа Коллинза, эта молитва, ну, я получила полную свободу. И я простила всех мужчин, которые меня когда-либо обижали. Спасибо. Самое удивительное, та же самая история. Кого-то прижали, кому-то воды не дали. Подошли к Джеффу Коллинсу, он показался краном большим. Открыли воды, получили исцеление. Нормально. Нормально. Коротко и ясно. Здравствуйте. У меня чудо произошло до ретрита. Это первый раз, когда я сюда попала вообще на ретрит. Трое детей, но иногда не получалось. То ребенок заболел, в Киев не получилось поехать. И произошло такое чудо, что Бог в течение полугода я молилась об исцелении. То есть, ну, там такое серьезное было дело. И ради того, чтобы я сюда попала, Бог меня просто исцелил. И я когда ехала сюда, вообще совершенно всем рассказывала, что чудо произошло, чтобы только попасть сюда. И здесь я просто встретилась с папочкой, который ответил на все мои вопросы. Спасибо ему. Аллилуйя. Аллилуйя. А жертва всегда восполняется. На жертву Господь отвечает, правда? И когда мы что-то делаем, я вам скажу больше. Она настолько обеспокоена о своих детях, она их никогда не отпускает нигде, никуда. И она думала, как же мои дети будут там беспризорными. Я ее спросил, где твои дети? Говорит, я не знаю. Это уже говорит о свободе. Но на самом деле, здесь безопасное место. Дети гуляют, играются. Но я вам скажу одну вещь. Маленькие дети, которые у нас здесь, они из года в год приезжают сюда, они когда вырастут,
Это состояние игры, грязи, лазить по норам, по везде, по всему, оно запомнится настолько, и это будет ассоциация с тем, какое у нас было христианство, как мы веровали. Они будут, вот в наше время, когда мы веровали, наши дети, то есть наши родители молились, а мы были свободными. Окей. Это мой 6-й ретрит. Был период такой непростой. Пару лет назад у меня было во сне видение, откровение в мою жизнь, пророчество. Бог мне показал. Я часть понял, что со мной, а большую часть я не понимал, что это. И только на этом ретрите мне Господь снова это напомнил, показал. Я увидел, что исполнилось все абсолютно. Слово в слово, буковка в буковку. Был период непростой. Настолько, что было буквально страшно и больно читать в глазах своего руководителя. Но на этом ретрите Господь есть любовь. Одно из качеств – верность. Я держался за Господа. Он меня полностью возродил и обновил в Духе Святом. Спасибо тебе, Отец Божий, Сын и Дух Святой. Аминь. Как удивительно! Кто-то перебрал, кто-то не добрал, а по времени все нормально. Там 55-57 секунд, уж нормально. Вы готовы? Я всегда готов. Как в армии, я всегда готова. Слава Богу, что Бог приходит всегда вовремя. Если сестры получали отвержение от мужчин, то я бывшая военная. У меня наоборот с братьями, с мужчинами было все нормально. Я получила большую дозу отвержения от сестер. И будучи во Христе, и как вот говорил пастор, что его наставник в свое время сказал, что у тебя ничего не получится. И в свое время говорили эти вещи в мою жизнь. И слава Богу, что сегодня я получила исцеление, принятие от Бога. И опять та цель, которую Бог поставил, служить людям, зависимым, она опять поднялась и утвердила, что Божья воля и Божья воля, призвание непреклонно. И все люди, которые находятся здесь, они просто люди. Надо просто уповать на Бога, надеяться, Господь. И Бог восполнит и наполнит все. Слава Богу. У меня болеет мать, у меня у мамы 3 инсульта перешло. И я целый год смотрю за ней, и я не могу ее оставить, потому что она сегодня может не выключить газ, она загорелась микроволновка, ну, все остальные вещи, она непредсказуема, вы знаете. Но я сказала, что, Боже, я хочу попасть на этот ретрит. Все взяли билеты заранее, нереально. Я говорю, Боже, Господь, если твоя воля, я пришла, взяла билеты туда и обратно. И Бог чудным образом устроил финансы, хотя целый год я не работала. И я вам скажу даже больше. Слава Богу о том, что я здесь стою. У меня за спиной 9 операций. Прогрессирующие опухоли были. Я работала с радиацией, с физическими веществами. И когда увольнялась, мне сказали 4 года, приведи земные дела в порядок. Но слава Богу, у Бога были другие планы. Уже 14 лет после этого прошло. Слава Богу. Аллилуйя! Самое главное, что ей никто не позвонил, не сказал, что что-то сгорело. Это уже чудо, друзья. Это очень большое чудо. И то, что Бог исцеляет, освобождает. Я знаю, что завтра будет еще много свидетельств разных, но Бог по милости своей делает свою работу и свое исцеление. Несколько раз в моей жизни я просыпался в холодном поту, потому что мне приснилось, что я попадаю в армию. Еще раз. Можете представить, через что я прошел там. Что я просыпался, я думал, Боже, неужели еще... Я помню, что я во сне кричал, я уже был в армии, зачем меня брать? Здравствуйте. Я вот, знаете, здесь первый раз, и... Я когда сюда приехал, меня, как можно сказать, потащили сюда, потому что у меня экзамены, там все такое, я говорил, экзамены, все такое, мне надо готовиться. Но меня все-таки притащили сюда, можно сказать. И я когда сюда приехал первый раз, я увидел, насколько Иисус здесь действует своей славой. Я остался так счастлив, что просто Иисус каждым днем все больше и больше наполняет всех своей славой, понимаете? И за эти все дни каждый человек, который здесь находится,
через славу Иисуса он полностью очищен от всех грехов, от всех пятен, от всех камней, которые остались в его душе. И самое главное, я вот получил откровение, что самое главное после таких собраний остаться чистым пред Богом и не потерять это помазание и благословение славы Божьей, которое Он нам дает. Аллилуйя! Слава Иисусу! Вы должны понять, это следующее поколение, которое тоже будет всегда говорить в наше время. Потому что я очень часто вспоминаю наше время. И говорю, в наше время такого не было. Но на самом деле, если вы не заметили, он пророчески начал говорить, что Бог освободил от греха. На этом ретрите Бог освободил от греха. Услышьте внимательно. Когда мы имеем общение друг с другом, вокруг Иешуа, вокруг Иисуса, вокруг Его крови, вокруг Его действия, Его помазания, Его проявления, Писание говорит очень просто. Кровь Иешуа Мессии очищает нас от греха. Многие люди не понимают, но когда они уезжают с таких вот собраний, либо других собраний, они чувствуют, что они, сквозь слово, конечно, облегчились, плохо говорить. Хотя вполне к этому слову нормально. Потому что все нехорошее, то, что нечисто, оно уходит. Где-то нужно потужиться немножко. Друзья, нужно где-то потужиться. А кому-то нужно что-то принять, какие-то пургены, что-то еще такое. Это типа Духа Святого, чтобы оно прорвало, вышло, действовало. Когда ты налегке придешь, похудевший, освободившийся, это надо налегке ехать в те места, откуда вы приехали, с той радостью, которую Бог вам дал, нести его обратно. И говорит, насколько вы потеряли. Ой, время? У меня 3 дня болело сердце. Это воскресенье, понедельник, вторник. Очень сильно такое, как... Тяжело было дышать, и вздох я полный не могла сделать. Как бы с детства у меня такое было, что настолько вот короткий я делала, вот схватит сердце, и я короткими вздохами, и как бы оно попускало меня, и я все время боялась, думаю, вау, неужели я сейчас умру? Как бы, ну, верила. И когда пастор попросил проверить, я не просила, чтобы Бог меня исцелил, но когда пастор попросил, у кого, может, что-то болело, и перестала болеть, я такая... Я могу сделать полный вздох. Вау, Бог меня исцелил. И знаете, я даже верю, что Бог исцелил меня навсегда. Больше это ко мне никогда не вернется. Спасибо Иисусу. Аллилуйя. Давайте сейчас помолимся, чтобы Бог дальше продолжал работу. Амин. Это во время поклонения было, это во время просто движения. Ну, где ты стояла, покажи. Стояла, вот там вот люди, там стадия там сейчас. Там. Можете сесть, лечь, заснуть там, на ночь остаться. О, давайте помолимся. Авину Шебешимаем. Ты на самом деле, Аба, непредсказуем. И мы не хотим диктовать абсолютно ничего. Мы не можем указывать тебе, что делать, а что не делать. Мы говорим, Хинени, вот мы, а ты знаешь, что дальше делать. И мы слышим свидетельство людей, которые говорят, просто это произошло. И мы знаем, Руах, ты действуешь так, как ты действуешь. И прикасайся, чтобы мы, Господь, через время мы услышали, что ты уже сделал, а многие, может, уже не заметили. Господь, то, что Ты делал, исцеление, освобождение, работу свою, Господь, и мы увидим, насколько Ты благ. Вещами Шумашахейну. Аминь. Аллилуйя. Вас, Гена, у нас тоже первый раз. Да, шалом, братья и сестры. Я хочу рассказать о двух таких самых мощных вещах, которые я здесь получил. Первое, это то, что я получил то, что когда мы, каждый из нас, не воздаем каждый день славу Богу, то автоматически эта слава, она
переходит к нам. И второе, то, что получил, это связано с первым, то, что когда мы не воздаем славу Богу, то мы перестаем видеть Его во всей красе, и когда мы уже смотрим на людей, на братьев и сестер, мы уже смотрим нашими человеческими глазами, а смотря на человеческими глазами, мы видим все эти пятна, пороки, которые мешают нам быть в единстве двигаться. И когда мы смотрим на Христа, мы смотрим на Бога, мы, получается, открывается тот источник, или его глазами, когда мы начинаем смотреть на друг друга. То есть мы не видим косяки друг друга, и таким образом мы можем возрастать в полный возраст Христа, и тогда придет только единство, которое так необходимо каждому из нас сегодня, чтобы достигнуть Царства Небесного. Потому что одному, как уже сказано было, что одним нам не сможем мы достигнуть совершенства и Царства Божьего. Вот. Я благодарю очень Богу за эти откровения, то, что я получил, и я уезжая отсюда, буду это практиковать, и также посоветовал бы и вам практиковать то, что вы получали здесь. Я вижу, как Вазген будет танцевать по на улицах Одессы. Хороводы. Да? Практиковать, это сам сказал. Амен. Я с детства в церкви, и когда я видела, что пастыря молятся, и люди просто падают, мне говорили, что это Дух Святой, но для меня это было как-то обычно, я не знаю, я даже не понимала, что это. И вчера я поняла, что просто я теплая, не горю для Бога, и мне стало страшно. Я молилась о том, чтобы Бог действовал во мне и показал свой Дух во мне, чтобы я видела Его славу. Сегодня, когда пастор Роджер молился, мне так наполнил Дух Святой, что просто стоять не могла. Это было так потрясающе, я даже передать не могу. Тебя вынесли? Нет, я просто... Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте сдадим Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Ай, ой, Марина, да, но ты 11-я, ладно, мое доброе сердце. Великий Бог Израилев. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, перед тем, как приехать сюда, у меня очень большая проблема с суставами была. И, утром поднимаешься, и ты в течение полудня пока расходишься, и пока ты более-менее себя чувствуешь нормально. Вы сами знаете кровати какие, да, гамаки. И попробуй в такой кровати с суставами такими поспать. И я, вы знаете, когда пришла в комнату, зашла, глянула на эту кровать, села в нее, Лене говорю, Леня, я ночью просидела. Я говорю, голова вверху, ноги вверху. Я говорю, все нормально, я выспалась, как ни странно. Но я на утро, когда встала, вы знаете, я как огурчик была. Слава Господу! Господь меня совершенно исцелил. Я просто... Я благодарю Бога. Вы знаете, я знаю, что уныние – это не очень хорошая вещь. И эта проблема с суставами, я знаю, откуда она пришла. И Господь забрал это уныние. Я Его благодарю.